Всем привет, дорогие друзья! Начинаем наш сегодняшний стрим про насекомых. Да, про насекомых, про перепончатокрылых насекомых, прежде всего, а также про некоторых других. Например, про двукрылых насекомых, про жесткокрылых насекомых и некоторых других крылатых и иногда бескрылых насекомых. Объекты исследования энтомологии и энтомологов. И как же энтомологи исследуют насекомых? Энтомологи профессиональные изучают их при помощи различного энтомологического оборудования в лабораториях и в природных условиях. Соответственно, в природных условиях они изучают поведение, собирают энтомологический материал, приносят его в лаборатории, где исследуют при помощи уже лабораторного оборудования. Лабораторное оборудование сейчас это прежде всего микроскоп, хороший оптический микроскоп и не просто оптический, просвечивающий микроскоп, позволяющий делать микроскопические препараты, а также супермикроскопы, которые, например, позволяют заглянуть внутрь микрообъекта, внутрь насекомого, внутрь другого живого существа или даже вымершего, засохшего и окаменевшего, как, например, конфокальный микроскоп. Но эти микроскопы, конечно же, стоят миллионы долларов, и далеко не каждая лаборатория может себе такое позволить. Поэтому, начиная с самого простого МБС-10, который, говорится, number one микроскоп в энтомологическом обследовании, а также уже появившиеся другие микроскопы используются для сначала морфологических исследований энтомологами. Потому что энтомологи подразделяются, как вы знаете, на самых разных энтомологов по различным специальностям. И настолько бывает узка специальность энтомологов, что энтомолог number one и number two и number three, они могут, так сказать, не интересоваться друг другом. Они вообще не интересуются в 99% друг другом, потому что они изучают различные объекты, и они как бы не пересекаются совершенно. Прежде всего, например, изучают систематики. В энтомологии изучают различные группы насекомых. Например, перепончатокрылых, жесткокрылых, чешуекрылых или двукрылых. Соответственно, только изредка посредством трофических связей кто кого поедает. Одни группы насекомых связаны с другими, но при изучении их систематики, морфологии, таксономии, другие оказываются совершенно не вне поля зрения. Поэтому систематика, изучающий пчел, шмелей или ос, ему уже не столь интересны двукрылые, жесткокрылые, а тем более уже и чешуекрылые. Но для обывателя, так сказать, человека, который впервые услышал про насекомых, прежде всего насекомые – это жуки и бабочки, которых обычный человек хотя бы замечает, потому что они немножко медленнее проносятся мимо его глаз, и поэтому они как более крупные тоже попадают в поле зрения. Изучают чешуекрылых бабочек лепидоптерологи, а жуков или жесткокрылых изучают клептерологи. И прежде всего, поскольку еще не вся истреблена природа и не все выжжены леса, луга, поля и загрязнены реки на матушке земле, то еще остались вымирающие уже виды насекомых и чешуекрылых, и жесткокрылых, и перепончатокрылых, изображенных на этом постере хименоптера паразитика. Вот, например, здесь паразитические перепончатокрылые. И энтомологи описывают еще оставшиеся виды, оставшиеся в природе, которые неисчислимой быстротой испаряются, исчезают и могут быть уже больше никогда не найдены, потому что исчезают их места обитания. И, по крайней мере, энтомологи, им удается при помощи самого различного полевого оборудования, сачков, ловушек и различных приманок, найти этих насекомых и описать в научной литературе. В этом находится задача систематиков насекомых в описании новых видов насекомых, в нахождении, в открытии, что это новые виды, и в описании профессиональной энтомологической литературе. Не просто в литературе для популярного чтения, журналы для домашнего чтения в свободное время, а в профессиональной литературе. Конечно же, эти журналы прежде всего публикуются сейчас на английском языке, и английский язык стал
языком международного общения, можно сказать, number one, без сомнения. Все остальные языки уже находятся на подступах, на дальних, и английский язык является уже языком международного общения и родным языком для энтомологов, потому что их уже оценивают под пристальным взглядом их публикаций, которые должны быть на английском языке. Если они печатаются на своих родных языках национальных, будь то болгарский, румынский, польский, чешский, украинский, русский, монгольский, абхазский, грузинский, турецкий, индийский, китайский. В общем-то, все становятся равнозначными своей ценности, потому что никто другой не может прочитать эту литературу и использовать может только фотографии или рисунки. Фотографии, благодаря современной технике, становятся более качественные, которые можно использовать, но если они сделаны некачественно, а, так сказать, издалека и со смазанными микродеталями, фотографии тоже являются, так сказать, очень небольшим доказательством нахождения того или иного экземпляра, того или иного нового вида. Так где же описывают новые виды насекомых энтомологи в научной литературе? Познакомимся сейчас немножко с некоторыми статьями, с некоторыми публикациями, например, перепончатокрылые насекомые хименоптера паразитика, как находящиеся здесь, например, трихограмматиды, агаониды, эвритамиды, мимориды, находящиеся вот здесь, вот энцертиды, леукоспиды, танаустигматиды, эупельмиды, теромолиды, афелиниды и другие перепончатокрылые насекомые, относящиеся к семейству хальцидоиды, которыми я занимаюсь прежде всего. Трихограмматида, вот видите, маленький такой, с хвостиком, как собачка, размером от 0,5 мм до 1 мм. Их описывают в научной литературе, сопровождая публикации научными фотографиями, измерениями и описаниями, естественно, на родном английском языке. Все остальные национальные языки являются языками междомашнего общения, межнационального домашнего общения, и в научной литературе уже являются отсталостью, потому что никто не может использовать эту научную литературу. И она практически очень редко реферируется, находится, цитируется в публикациях международных других журналов и не находится международными базами данных, поскольку имеется только небольшой абстракт или резюме этой статьи на английском языке в виде двух строчек. Содержимое часто не находится в международных базах данных. Итак, перейдем, поскольку сейчас обмен литературой происходит при помощи электронной почты, при помощи сайтов. Часто присылают некоторые издательства резюме публикуемых статей. И вот есть очень крупное международное издание Pensoft, которое находится в Болгарии, которое уже заведует несколькими, можно сказать, крупными журналами научными, энтомологическими, посвященными систематике биоразнообразию животного мира, не только насекомых, но и других членистоногих и вообще животного мира. И посмотрим некоторые статьи, печатающиеся в этом журнале, в этом издательстве, которое, можно сказать, подмяло под себя многие другие журналы, печатает их в электронном виде, высылает только индивидуальные экземпляры в международные библиотеки, крупнейшие, типа Natural History Museum или библиотека Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге, в Москве, в Париже, в Берлине, а все находится в электронном виде. Например, один из крупнейших журналов, посвященных перепончатокрылым насекомых, является журнал Hymenoptera Research, исследование перепончатокрылых насекомых. Перейдем к страничке журнала Hymenoptera Research, который... Так. Если я правильно понимаю, Hymenoptera Research открылся. Итак, перейдем к Hymenoptera Research. А у нас рядышком есть еще Biodiversity Journal. А, но здесь у нас открылся журнал как раз Biodiversity Journal, который тоже печатает статьи о биоразнообразии животного мира.
Biodiversity Journal, например, какие здесь есть статьи. Вот обзор статей, опубликованных 20 января 2022 года, то есть в этом году уже. Например, флористический обзор сосудистых растений плохо изученного региона бразильской атлантических лесов в районе Флориды, Рио-Прето и Спинто-Санто. О растениях. Обзор растений фаунистический. Жуки-жужелицы урбанистических регионов города Калуги из России публикуют Виктор Александров, Сергей Алексеев, Максим Шашков. Пожалуйста, в журнале Biodiversity. Вот здесь показывают Biodiversity Data Journal. Хотя этот журнал, между прочим, является платным. Из-за публикаций авторы платят или из своих грантов, тем не менее, находят для этого свои резервы. Пожалуйста, исследования также из России. Исследования небольших млекопитающих подземных в окрестностях Барабаша на Южном Урале в России. Светлана Михайлова, Мухачева, Юлия Давыдова, Артем Сазонов. Так, третий, например, публикация, если я правильно смотрю, сейчас я проверю. Правильно ли я смотрю? С проверкой, проверкой. Нет, я не ту статью смотрю. Она почему у меня не движется? А Biodiversity Journal, какую здесь я статью закрыл? Открываем нужную статью. Я показываю Biodiversity Journal. Так, поделиться статьей, поделиться экраном. Поделиться сейчас экраном. Схвачу экран. Покажу на Biodiversity Data Journal. Вот он. Ага, я открыл не ту страничку. Вот она открыта страничкой. Так, пардон, возвращаюсь. Надеюсь, вы ее видите в движении. Итак, вот флористический обзор растений из Бразилии в журнале под названием Biodiversity Data Journal. Обзор жуков-карабид городских территорий города Калуги. Млекопитающих из Южного Урала. Российская статья. Пожалуйста. Питание восточного сокола в Болгарии. Или сокола пустельги в Болгарии. Аквила хелиатика в Болгарии. Состав распространения его вариации. Вот, пожалуйста, еще российская статья. Новые находки не сосудистых растений из российского тундры, из российской Лапландии. Михаил Козин, Александр Сенников. Так, сейчас я надеюсь, мы движемся. Движемся в просмотре. Так. Обзор Херудинея, фауны Херудинея, экосистем Ханты-Мансийского автономного региона России. Пожалуйста, тоже с Урала, из Ханты-Мансийского, это уже из Сибири. Людмила Федорова, Ирина Кайгородова. Что тоже публикации российских энтомологов и зоологов в международном издании. Это я немножко перепрыгнул на другую статью в журнале. Так, на Biodiversity. Вот она, на Biodiversity. Обзор различных растений рыбачьего и среднего пенинсуля. Заток в Мурманского региона. База данных. Пожалуйста. Обзор Мурманска. Что тут меня спрашивают? Так, отвечайте, смотря какие вопросы. Пишите вопросы в комментариях. А я пока буду двигаться по журналу Biodiversity Data Journal. Как найти светлячков и разморозить большую посадку с климатом на юге Украины? А я и не нашел их заказать. А вы попробуйте их найти, их очень сложно найти. Так, в мечтах можно только найти светлячков в лесу. Я последний раз видел светлячков в лесу только в Венгрии и в Карпатах. Да, так что вот в Карпатах светлячки в Украине встречаются. А вот на юге Украины очень сложно. Вряд ли кто-то из энтомологов собирал на юге Украины светлячков. Поехали дальше. Так, например, вот еще статья.
Смотрим на наш экран, мы его двигаем. А новый вид описанный из фазма-ТД. Вот, пожалуйста, пластина крыла такие замечательные. Палочники. Фазма-Д, лохтиды, некрозиды, некростиды из Юнаня, из южной части Китая. Палочников нашли. Наверное, палочники размером 10 сантиметров, как минимум. Неизвестные новые виды, описанные впервые из Китая. Китайцы очень активны во всех отраслях, не только в космических, но в том числе и в энтомологии. И вот, пожалуйста, баркодинг рыб из Колумбийского пресноводного региона. Пожалуйста, еще российская статья. Байкальский государственный национальный биосферный заповедник и его буферная зона. Флористические данные. Наталья Гамова. Вот какая большая статья. И здесь дальнейшая статья, посвященная биоразнообразию Вьетнама, включает, видимо, где-то 30 авторов, если это вы замечаете на экране. Изучение биоразнообразия Вьетнама. Результаты обследований полевых тренингов в Чукфонг национальном парке. Это называется Citizen Science. Подключение также местных жителей, школьников и студентов в изучении биоразнообразия заповедника. Видите, дальше печатается статья за 30 авторами. Тилоцинузм больше не является монотипическим. Тилоцинум бревиспорум – новый вид из семейства болитация из северного Таиланда. Это не растение, не животное, это, по-видимому, гриб, насколько я вижу по фотографии. Пожалуйста, другая из обзор базы данных литературы по грибам из субантарктического региона Чили. Изучение летучих мышей Педро Бланка, леса Педро Бланка, Рио-де-Жанейро, около города Рио-де-Жанейро в солнечной Бразилии. Также обзор при около 10 соавторов изучали летучих мышей в Бразилии. Изучение позвоночных животных, млекопитающих, митохондриальный геном Manis pentadicla. Эндемического вида китайского панголина, метагеномные характеристики, филогенетические заключения. Пожалуйста, статья под названием «Роль растений в формировании видовых и межвидовых особенностей мух из семейства хлоропиды, минирующих мух, диптера хлоропиды мирамиза, рода мирамиза». Также, по-видимому, здесь авторы из России и других территорий. Татьяна Триселева, Валас Петросян, скорее всего, из Армении, Александр Яцюк, Андрей Сафонкин. Пожалуйста, здесь минирующие хлоропиды. Из Китая грибы таларомицеса из Китая, кладоспоридиумы из Китая, офидокортицепс из Китая, грибы. Исследование баркодинг библиотека водных клещей Черногории. Группа исследователей из Черногории. Изучение горных биоразнообразия рифа в районе Пунта-Панделос в Аргентине, если горных хребтов, рифовых хребтов. Итак, изучение также растений, сосудистых растений доктор островов в Корее, основанный на использовании коллекции гербария и ботанически достоверной ботанической литературы. Вот, видим, здесь у нас зоологическая, ботаническая, микологическое исследование, отраженное в Biodiversity Journal. Так, но я обещал еще перейти на журнал.
посвященный перепончатокрылым насекомым. Сейчас переходим на журнал, посвященный перепончатокрылым насекомым. Что опубликовали в журнале Journal of Hymenoptera Research? Он у меня в другой папочке находится. Journal of Hymenoptera Research, ранее публиковавшийся в Солнечной Калифорнии, а сейчас в Солнечной Болгарии. Journal of Hymenoptera Research, здесь по e-mail рассылается алерт такой. Срочное извещение о выходе нового журнала и статьи с DOI. С кодовым номером. Статью не всегда можно скачать и посмотреть полностью в оригинале, но можно ее запросить у авторов, если вы их знаете, если вы находите здесь электронную почту. Например, род Орионис, Hymenoptera Braconidae Eupharinae Старого Света. Вот мы кликаем на эту статью. Открывается статья на странице PenSoft Journal Hymenoptera Research. Видим, что здесь имеется PDF, HTML-ный файл. Исследование проведено морфологическое, а также выведены, получены ДНК-анализ. ДНК-экстрагирование и секвенирование произведено. Филогенетическая реконструкция построена. И, конечно же, даны рисунки, точнее говоря, фотографии Ориониса, коксатора, новых видов и определительная таблица новых видов и видов, изученных морфологически и таксономически. Так, следующая статья, соавторы Броуд и Джулия Стигенберг из Natural History Museum, все, кто знает, конечно же. Изучение: первая находка в Африке паразита Далихогенидия гелихидиевориса. Паразита тута абсолюта в Африке, в Алжире. Пожалуйста. Интересная находка паразита. Главное, чтобы это была правильная и точная находка, правильное выведение без ошибки сборе исследованного материала. Два новых вида из рода Хемодуза, их наездники их ихневмониды, с ключом, видов, известных из Китая и Ориентального региона. Китайские исследователи. Так вот, украинские исследователи. Первая находка вида Сулия глаесария, описанная нашим коллегой Анатолием Сергеем Анатольевичем Симутником в 2015 году. Находка на Амбер, янтаре из ровно Ровенской области. Авторы: Симутник, Перковский, Хомич, Василенко. Ага, вот новая статья интереснейшая, посвященная Суле, роду Сулия, энцертиды, наездники энцертиды, которые здесь вот тоже у меня изображены на постере. А мы сейчас заглянем, вот видим, первая находка Сулия глаесария, описана еще в 15 году, из эоценного датского янтаря. А сейчас она была найдена также в сборах, переданных на исследование в наш институт, из ровенского янтаря, датских территорий до украинских не так далеко, но все равно, тем не менее, находка является очень ценной, потому что каждый экземпляр уникален и позволяет исследовать с различных сторон морфологически эти экземпляры. И мы сейчас посмотрим, как же выглядят эти замечательные экземпляры. Сейчас мы переключимся на другую страничку и покажу, как же выглядят экземпляры. Переключимся в экране на другую страничку. Первая находка рода Сулия. Минуточку. Еще минуточку.
Сулегла Лаесария. Сулегла Лаесария. Сейчас я открою страничку, посвященную. Какая тут у нас открылась? У нас страничка открылась в издательстве. Я хотел другую страничку открыть. Минуту. Сейчас попробуем открыть другую страницу. Страницу самой статьи. А, вот есть сама статья. Нет, статья напрямую. А вот здесь есть окно. Вот есть статья. Есть статья. Можно открыть в отдельном ВК. Украинские исследователи из Института зоологии Национальной академии наук Украины, а также Палеонтологического института Москва, Россия и Череповецкого института города Вологда, Россия. И также исследователь из самого региона Ровно, который позволяет добывать данный исследовательный материал. Так. Просматриваем материал статьи, который опубликован, естественно, на родном английском языке. И доходим до, конечно же, морфологического описания материала, указанного галотипа, который указан галотип издания, и новый материал из окрестностей поселка Воронки Ровенского региона и возраст поздний эоцен. Инклюз желтого цвета в кусочке янтаря размером 20 на 7 мм, очень крохотно, и все очень были изучены все детали морфологии данного сининклюза. Сининклюза отсутствуют, все детали морфологии были изучены. Вот мы видим кусочек янтаря квадратного прямоугольного размера. И здесь сложены два экземпляра датского янтаря и украинского янтаря. Вот видим, здесь, конечно, имеются в янтаре различные пятнышки, повреждения, кусочки воздуха. Тем не менее, при детализованном строении, при очень внимательном исследовании, при изучении фотографических материалов, например, вот этот темный, это как раз датский янтарь, а желтенького цвета, это, видимо, украинский материал. Темный, это датский материал. Видны усики. Так, сейчас я проверю, видно ли. Так. Усики. Вот экземпляр. Это все в датском янтаре. Темный вид. Боковой вид экземпляра. Голова, крыло. А вот пошли фотографии украинского. Видно прекрасно крылья, расположение головы, груди. Экземпляр в небольшом таком воздушном пятнышке находится. Но при детальном исследовании можно найти все необходимые особенности, черты строения семейства энцертиды и использовать для определения данного вида. Видим сейчас ножки с огромной большой щетинкой. Вот с правой стороны, которые является характерной для семейства энцертиды. Вот укрепленные фотографии головы, средней спинки, усиков, основания крыльев. Голова тоже покрыта немножко воздухом. Описание действительно на родном английском языке. И при большое крупное увеличение шипов лапок. Шипы лапки, которые используются в том числе для очистки тела, а также при
прыжках инцертит, заднее крыло с волосками. И прекрасные фотографии деталей строения, голой косой полоски на с левой стороны передних крыльев и особенности строения маргинальной, субмаргинальной жилки и радиальной, а вот особенно косой полоски, которая прекрасно видна, с которым по возрасту около 35 миллионов лет. Вот такая вот фотография в сравнении данной фотографии из датского янтаря с левой стороны и янтаря, собранного на территории Украины. Биологии, конечно же, неизвестно, поскольку это янтарный экземпляр, несовременный. Вот такие вот уникальные находки можно найти в литературе и в полевых условиях в Украине. Сначала находится такой уникальный материал, потом он описывается в научной литературе. Итак, просмотрим, что было еще описано исследователями в журнале Hymenoptera Research. Hymenoptera Research, например, было также описаны новые виды, нового вида из семейства Стефаниды, паразита различных жуков и пчелиных, очень стройного их такого наездника из семейства Стефаниды в центре по кадру, с ключом видов из Вьетнама. Китайские и корейские исследования. Изучение муравьев рода Ацтека, которые производят изучение с коллегами из Мексики, которые наносят какое-то специфическое повреждение хозяина России растению из рода циркопия. Так, проводилась первая находка рода Ботантидиум из семейства пчел-листорезов, семейства Мегахилида из Вьетнама, с описанием нового вида и ключом видов, включая здесь вьетнамских исследований и болгарских исследователей. Изучение воздействия более повышенной температуры влияет на развитие, увеличение развития и продуктивность королев и изменениях размера рабочих особей шмелей из рода Бомбус, вид Бомбус терестрис, земляного шмеля, что очень важно является для практического использования и содержания шмелей Бомбус терестрис. Как температура воздействует на продуктивность королевы и размер рабочих особей, что очень важно, имеет практическое значение. Изучение трех видов рода лазиоглоссум муравьев, которое было произведено при помощи долговременных исследований и ловушек, фенологической и социальной характеристики. Исследования, видимо, в Америке, американские исследователи. Изучение исследований Сардинии, видов рода Эуцера и подрода Тетралония. Тетралония вида Эуцера и Генаргентуи с описанием нового вида из Италии. Итальянские исследователи. Здесь около 15-20 статей в этом номере журнала. Вот изучение платигастроидных наездников из Южного Китая с описанием нового вида, с использованием ДНК-баркодинга и молекулярных исследований рода Oxycelio из Южного Китая, китайские исследователи. Америки, соответственно, американские исследователи, прежде всего Норман Джонсон, Любомир Маснер, Лючано Музетти, Захарий Лахей. Исследование рода и ревизия рода Фенотелея, семейство Сцелеониды, платигастроидный наездник Сцелеонины,
Ревизия рода очень красивых и интересных наездников. Сейчас попробуем показать их. Они находятся в свободном доступе. При переключении на эту статью, прокрутке статьи на издательстве, видим морфологические материалы, статья и вот экземпляры, которые сейчас вам покажем. Вот так выглядит Оксисцелио. Вот такой замечательный наездник в увеличенной фотографии, сделанной при помощи стеков. Наложение многого количества фотографий для получения очень четких фотографий с деталями морфологии, с каждой щетинкой, и с углублением, и с очень тонким деталями строения, как поверхностей, так тела и также крыльев в особенности. Каждая деталь имеет свое значение в систематике и в определении вида, и в детальном описании данных Фенотелея, рода Фенотелея. Фенотелея, имеющий такой специальный горбик, на препектусе, на пропадаемом, на промежуточном сегменте. Сейчас мы ее увеличим. Подгружается статья, голова. И вот такой особенный специальный горбик на первом видимом сегменте брюшка, на пропадеуме. С таким особым горбиком. Очень красивый и интересный род. Так. Journal Hymenoptera Research. Как-то нам снова. Так, переходим далее. Изучение вида Psyx striaceptus. Из семейства сцелианиды старого света, паразитоиды. Клопов, которые завезенных во Флориду. Так, изучение вида грион аетериум. Из семейства сцелианиды паразита Бахрада хиларис. Клопов пентатомид в Чили. Вот эта часть материалов, которые опубликованы, и также здесь дальше продолжаются статьи, опубликованные в этом журнале. А мы перейдем, например, остановимся в показе статей, перейдем, например, покажем вам некоторые видео, которые для разнообразия. В последнее время я показывал различные видео таких перепончатокрылых насекомых, как пчелы. И посмотрим, если они не дадут нам зависнуть, а будут позволить нам показывать. Вот я показывал у себя на канале строение гнезда и выведение экземпляров пчелиных. Пчелы-листореза из рода осмия, осмия корнутая, осмия рога, осмия руфа, осмия рогатая, осмия рыжая. Из искусственного гнездовья. Вот искусственное гнездовье сделано из сложенных планок, в которых просверлены отверстия диаметром 11 мм. Осмии заселяют весной, в мае-июне, эти трубочки, которые можно разбирать, поскольку это искусственное гнездовье представляет собой набор таких планочек книжного типа, искусственное гнездовье.
Можно просто делать искусственное гнездо из трубочек, нарезанных камыша и рогоза. Можно их даже вторично использовать после чистки, а можно новые запасать. А данные выпиленными пропилами, книжные такие небольшие, условно говоря, ульем, используются для заселения в мае, в июне. Как написал один из пользователей, напоминает поле битвы. Действительно, вот в искусственное гнездо в условиях Киева было сильно поражено паразитами, а именно мухами, клептопаразитами, поедающими пыльцевой комок, принесенный пчелами, в результате чего многие пчелы не развились, а развилась вместо них как раз очень Марии, а поскольку они
Итак, пардон, всем пардон, повернулись обратно на экран, потому что экран с картинкой пчел осьми подзавис. Подзавис. Видео сложно показывать, видимо, сеть перегружена. И при показе каждого видоса, в конце видоса, сначала он показывается нормально, а потом он подвисает. Так что, если у вас есть какие-то вопросы в плане энтомологии, можете задавать их сейчас здесь внизу. У нас был только вопрос по поводу светлячков, которые, к сожалению, нет шансов, что их найти. Про светлячков могу рассказать, что светлячки встречаются, их разводят, их изучают, например, в Японии, там, где им благодатные места обитания. Потому что личинки определенного вида светлячков обитают в ручьях в Японии и, соответственно, питаются в основном они моллюсками, маленькими раковинными моллюсками, улиточками. И я лично участвовал в таком осмотре одной территории, там, где были сверчки на таком ручье. И мы смотрели с моим коллегой Муроэ-саном. Специально подъезжали ночью, часов в 9, когда было темно, и наблюдали прекрасный лед светлячков, их путешествие по берегу такой хорошо зацементированного ручья, частично, конечно, с земляными берегами, но в основном он был ниже уступа, возвышалась дорога, а ниже дороги был, так сказать, такой небольшой как бы каньончик и ручеек. И как раз вдоль этого небольшой такого тротуара, который шел вдоль дороги, узкая дорога была, даже не две машины практически, еле-еле две разъехаться машины. Небольшой такой пешеходная такая дорожка и участок около небольшого ручья. И так вот вечером летали сами светлячки, пешеходом ходили небольшие личиночки и взрослые самочки. И эта территория охранялась специально. Однако далеко не везде такие светлячки встречаются, потому что они очень чувствительны к загрязнению пестицидами, загрязнению просто воды. И на этом небольшом поселке был выставлен специальный постер такой, что этот поселок, которого охраняют местные жители светлячков, потому как национальное богатство, и вы можете его посмотреть. Ну, конечно, даже далеко не все знают, потому что ходили в темноте, остановившаяся на дороге машина, спросили нас, что это вы тут делаете в темноте ночью. Оказались двое молодых людей, целая семья, которые очень удивились, что мы здесь ходим и смотрим светлячков. Мы им сразу же их показали, посадили на руку живого светлячка. И действительно, во всех других местах, просто обычных, так сказать, на окраине города, это в городе Нагоя происходило, светлячков я не наблюдал, хотя я тоже там был в темное время суток, например, вдоль рисовых полей, на которых применяют пестициды и химикаты, и гербициды. Естественно, это вытравливает в значительной степени многих насекомых, в том числе, конечно же, светлячков, на маленьких ручейках и на маленьких речушечках, потому что все рисовые поля потом впадают все-таки в какой-то ручей, а потом ручей впадает в более крупный ручей. И все гербициды убивают этих и улиток, и убивают, соответственно, светлячков. Но, как рассказывают японские коллеги, светлячков в Японии специально разводят. Специально как раз разводят, и действительно, их подкармливают специально улиточками, различными другими веществами. Почему? Потому что иногда японцы устраивают праздники, разные национальные праздники приятные, так сказать, такое наблюдение за луной на свежем воздухе, в ресторане, в парке, около источника. И при этом, если в этот как раз момент летают светлячки, это привлекает кастомеров, потребителей в данный ресторан, в данный отель, в данную территорию, где останавливались посетители, соответственно, есть фирмы, которые разводят светлячков, привозят специально к этому местечку, к этому ручейку, там, где эти светлячки не встречаются. И их выпускают хотя бы на период
вот этого национального праздника и, соответственно, светлячки, очухавшиеся после лаборатории, воспрянувшие духом, они какое-то время, период несколько дней, летают возле этой территории и не только любуются луной и цикадами. Цикады они поют не в ночи, они днем поют. А ночью цикады умолкают, поют сверчки различные. А тут еще и летают светлячки. Светлячки или они оставшиеся, они навившиеся самочки медленно ходят, и народ в блаженстве за ними наблюдает. Так что вот такая целая специфическая история про иностранных и про японских светлячков. А вот у наших светлячков видел так пару экземпляров, которые пролетали в Карпатах. Больше ни в одной другой территории в Украине не видел. Напишите в комментариях, если кто-то наблюдал сверчков в Украине. Так что вот такой сегодняшний у нас был небольшой встреча, обзор перепончатых крылых насекомых, обзоры, которые я дал из научных журналов. Немножко мы поговорили о светлячках. Если у кого появятся вопросы, пишите в комментариях. Интересно ли вам проведение таких микрообзоров, публикаций, которые производятся в научных журналах. Отдельные статьи, которые мне понравятся, я их сделаю более крупными такими постерами, снабжу подписями, но это занимает некоторое время и достаточно длительное набивание букв из формирования различных, так сказать, здесь подписей на экране. Но некоторые статьи, думаю, что интересные о энтомологии, которые я уже привлекли мое внимание, будут обозрены в ближайшее будущее. Так что до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписались, и заходите на страничку Patreon, посмотрите в описании, что такое страничка Patreon. Да, и можете написать ваши вопросы на мою электронную почту ufensia@gmail.com. Спасибо всем, кто был с нами, до новых встреч, и тот, кто будет нас смотреть в записи. Пока-пока, подписывайся на канал. Бай-бай. Пока-пока. До новых встреч на моем канале.